Всем привет! Вы на канале Владимир Владимир. Сегодня я вам покажу, как мой папа умеет отжиматься 10 раз. И он покажет нам упражнения, которые помогут вам в жизни. Так что начнем. Отжимания бывают двух видов. Локти можно в сторону и локти можно вдоль тела. Сначала 5 отжиманий локти вдоль тела. Тренируются, что у нас тренируются? Руки. Раз, два, три. Вот тут другие 5 отжиманий. Локти в сторону. Тут тренируется грудь. Раз, два, три, четыре, пять. Какой насильный. Говори. 10 таких упражнений. И вы зарядитесь бодростью. Называется, я уже забыл, как называется, но что-то типа прыжок гусяком. Вот так вот из полуприседа допрыгиваем до потолка. То есть очень быстро. В армии этому научили. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Когда улица? Упражнение. Как оно называется? Пресс. Боковые мышцы прессы качают. Сначала на одной стороне. Раз, 20. Дальше. Потом с другой стороны. Раз, 20. Ну, достаточно для примера. Кувырок назад для общей координации. Попался. Заново. Кувырок назад. Погоди. Для общей растяжки организма. С выходом на руки. Все? Сдаюсь. Простыл и очень болит шея, просто больно так прикасаться полом, не разгибается. Так-то я его делаю обычно спокойно, раз 10. Давай следующее упражнение. Следующее будет на пресс. Ложимся на чистые, надеюсь, ноги, на кровать. Полусогнутом состоянии. Руки за голову и начинаем поднимать. Ну, начинать надо раз. 30. Раз, два. Не так сложно, не так и просто. Ну, до конца подняться нельзя тут, конечно. Но в этом и смысл, что ноги-то наверху, а не на полу. Ну, так дальше. Кому сколько здоровья раз позволяет. Следующее упражнение у нас будет на что? На шею. На что мы еще не качали? Ну, простое приседание. Это все. Спинка прямо. Пятки не отрываем. Приседаем. И так, подходика 3 по 10-15 раз для начала. Чтобы мышцы почувствовали, что они работают. Ну, последний раз. Раз, два. Я на трицепс, вот на эту мышцу. Ставим руки, опускаем, тяжелим. О, господи. Я надеюсь, вот это не разместить. Все? Следующее. И на сегодня последнее упражнение называется, господи, для развития всех мышц называется таракан. Не смейся. Все? Всем пока, вы были на канале Владимир Владимиров, это папа. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!